Так, новости. Ну, особых новостей у нас нет. Все спокойно, ровно и тихо. Ну, и, собственно говоря, уже у всех предпраздничное настроение. Так что никаких особых новостей до Нового года ожидать не приходится. Но после Нового года, естественно, я думаю, новости посыпятся как из рога изобилия, одна лучше другой. Все, отдохнув, устав от праздников, примутся с удвоенной, утроенной энергией за развитие системы. Ну, в общем, посмотрим. Но я, собственно говоря, полагаю, что так оно и будет. Ну, а пока, что там, никаких новостей. Всех, повторяю, предпраздничное настроение. Все расслабленные, уже отдыхающие. В душе, по крайней мере. Так что вот так. Ладно, тогда до следующего раза. А еще я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое.